И вот тогда появились эти строчки, которые потом переросли в песню «Сестрица милосердия». Обживался, а под Буйнакском разгорался новый бой. 300-х тех, кто в поле отстрелялся, везли девчонки-медики домой. В Илюшке на полу носилки слугам, в них 7 тяжелораненых солдат. У изголовья сестрички круга, колено преклоненные стоят. Майор Лариса, анестезиолог, волнистая каштановая прядь, как сын родной. Парнишка каждый дорог, и каждого боится потерять. В глазах застыли горестно слезинки, на руки бой ведут за жизнь ребят. Ведь где-то бродят души половинки, и матери солдатские не спят. Мужчинам на войне совсем не сладко, но женщин приходится трудней. Ей стол и дом, солдатская палатка, и боль потерь сто крат ей тяжелей. Насмотрится порою на такое, что кажется, не вынесет душа. Но силами собравшись, успокоит, поможет выжить смерть, помешав. Самой порой не просто в этой жизни, и радость у нее нечастый гость. Бросает по окраинам отчизны судьба, где столько пережить пришлось. Но иногда случается затишье, поет сестренке чуткая струна. Она ей подпевает еле слышно, и отступает подлая война, отступает война, отступает война.